Привет, Good Game! Привет, фанаты команды Rocks! Мы сейчас находимся в Таиланде, и здесь проходит турнир по FIFA онлайн. С нами, как вы все знаете, наш киберфутболист Максим Птико. Привет! Привет всем! Первым делом расскажи про этот турнир, что это вообще там такое, почему ты здесь и куда мы едем вообще? Мы направляемся в гостиницу с ресторана, вот, с японского. Турнир, меня на него пригласили. Команда Rocks написала, что, ну, как бы нас приглашает, в том числе тебя, поиграть вот на этом турнире в азиатскую FIFA Online 3, потому что, ну, как, может, кто-то из вас не знает, но европейцы, вообще весь мир играет в FIFA 17, а тут как бы, ну, было время 2 недели, чтобы подготовиться и приехать сюда вот сыграть с FIFA Online 3. Мы вчера попытались тренироваться с корейцами и также с таиландцами. Что ты скажешь об их уровне? Есть ли шанс побороться за высокие места? Я могу сказать, есть шанс побороться за wildcard, попасть в основную часть турнира. А там уже как карта ляжет, потому что я играл с корейцем, с чемпионом прошлогодним. Он нереально жесткий, ну, какие-то фишки знает, ну, просто которых ты не знаешь, поэтому сложно будет. Вот, я представляю, что и таланты играют сильно, ну, сначала надо wildcard пройти, а там посмотрим. Про wildcard. У тебя будет 2 соперника, итальянец, который представляет США, ну, почему-то, и китаец. Что ты можешь о них рассказать? США, ну да, это итальянец, он же походу из швед, ну я не знаю, он не швед, он итальянец, да. Но его подписал футбольный клуб Рома, и одновременно он в Fnatic находится. Вот, что могу сказать, не знаю, как он играет вообще, не знаю этого игрока, также и про китайца ничего сказать не могу. Я знаю, что итальянец хотя бы играет в нашу версию FIFA 17, так что он может быть не так сильно готов, но тут мало времени будет, то есть мало времени дается в игре, 6 минут тайм, в отличие от FIFA 17, где 12 минут тайм. То есть пропускать желательно, нежелательно, потому что времени не будет на отыграться, на отыгрыш. У нас уже завтра предстоит поездка в то место, где будет проводиться турнир. До этого момента тебе все одно нравится на проведении, в организации? Есть какие-то, может быть, моменты, которые не понравились? Нет, в плане организации тут все как бы сделано для игроков. Это пока лучший турнир, на который я ездил. Вот, все на высшем уровне. То есть все, что ты хочешь, то есть тебя, даже если ты что-то не знаешь или тебе нужно узнать, тебе все равно как бы подойдут, подскажут там. Ну, все на высшем уровне. Я даже отмечу, что есть переводчица с русского на тайский. Кстати, где мы сейчас? Ты не знаешь? Не, без понятия. Ну, подъезжаем к отелю, к нашему. Какие у тебя планы на турнир? Что ты ожидаешь от выступления? Как ты будешь готовиться завтра? Ну, сегодня еще будем готовиться вечером, вот, и, ну, и ночью чуть-чуть. И еще будем, ну, и завтра, конечно же, подготовимся. А так, в принципе, надо выспаться с 31 по 1, чтобы, ну, подойти в хорошем состоянии, вот, потому что сегодня в 2 часа ночи уснул, как-то тяжеловато было в течение дня. Пока в бассейне не поплапал, не раздуплился вообще, что почем. О самом турнире, что-то ожидаешь? Пройти wildcard или дальше по сетке? С кем ты играешь после wildcard? Я играю после wildcard, если прохожу китайца и итальянца из Fnatic команды, то попадаю на чемпиона прошлогоднего корейца, я с ним играл. Ну, даже если мы ему проиграем, то есть еще шанс в лузерах, так как формат турнира сетка, double elimination,
Винера в 1/4 Best of One, одна игра, а дальше полуфинал, финал уже Best of 3, а финал вообще Best of 5. Но будем тогда проверяться по лузерам. Но для начала надо вайлдкард пройти. Тут надо выиграть два матча, как бы, а другого не дано. Может быть, конечно, и ничья, и выигрыш прокатит, не знаю. У тебя сегодня был день очень насыщенный. Вы нам говорят, что мы подъезжаем уже, да. Сегодня была фотосессия, какие-то другие примерки. Как ты себя чувствовал, как вот настоящая звезда киберспорта такая? Да. Ну, все на высшем уровне. Это мне так кажется, как International по Dota. Вот там тоже фотосессия, все дела. То есть везде интервьюшки берут, там везде снимают тебе по 20 минут видео, там на причале где-то, там на пейзажах. Там. Потом это будут монтировать и все будут выкладывать уже непосредственно вот на турнире самом. Профайл, как там, скажем, игрокам. Ну, интервьюшку тоже у меня сегодня взяли. Ты будешь играть на сцене? Не волнуешься? На сцене не играл, но я два раза играл на ESVC в Париже, на чемпионате мира. На сцене еще не приходилось, но посмотрим, как, буду волноваться или нет. Наверное, все будут волноваться. Может, кто-то меньше, кто-то больше, но посмотрим, как. И какие-то последние слова болельщикам в команде. Мы уже подъезжаем. Да, всем привет всем, кто за меня болеет. Там мои друзья. И по фифе киберспортсмены. Вот. Буду стараться. Посмотрим. Ну, выложусь, посмотрим, как получится. Надеюсь, что wildcard заберем. Слот. Спасибо и удачи тебе. Спасибо.